Каким бы ярким ни был бы отдых молодой семьи, часто самое интересное случается во время сдачи отельного номера. Итак, известная вам молодая пара Игорь и Лена. Собираются уезжать из Юрмалы. Ага, так. Вещи собраны. Ты же из мини-бара ничего не брал? Нас ограбили! Это ты все выжрал! Так, а ну-ка сейчас спокойненько, аккуратненько закрываем рот. Убираем руки отсюда, это волшебный ларчик. Сколько бы я оттуда бутылочек не брал, на утро они опять появляются. Это горничная их ставила. Не смей пытаться объяснить волшебство! Ты кто такая вообще? Тем более я уже как раз начал работать над уменьшением сметы. Вот, смотри, чай, выручай. Похоже на коньяк? Не похоже. И Олег, дружище! О, здорово. Здрасте. Здрасте. Это жена моя. Что ты хотел? Слышь, Олег, у меня, короче, вопросы... Вопросы по интерьеру. У нас же с тобой номера одинаковые, правильно? Ну. До вчерашнего дня были. Ну. Короче, давай сразу сверимся. Ну. У вас в номере фен есть? Есть. Ага. А ванна есть, телефон? Есть. А такой белый шикарный рояль без одной клавиши есть? В списке нет рояля. В списке нет. А у меня в номере есть. Хотя, может, ручная кладь. Игорь, как можно было выпить все? О, нет! Ты что-то пиво Балтика не тронул. Друзья, поверьте, это отнюдь не из-за неуважения к этому прекрасному региону. Там другая причина. Ну, вы понимаете. Игорёха! Что? Здрасте. Виделись. Ну, извините, трезвею же. Ну? Ты только что Раймонда Паулса видел? Раймонда Паулса? Нет. А если бы у тебя в номере его рояль стоял, видел бы. Серьезно? Сам пришел за своим рояль? Очень, очень талантливый, очень необидчивый человек. Да ты че? Слышь, у меня последний вопрос по списку. Сколько будет ви минус фи? Нисколько не будет. Это Wi-Fi. Беспроводной интернет такой. Он как был в комнате, так и остался. Ну тогда у меня все. Слава. Люстра. У вас в номере есть люстра? Алло, Гала. Привет, помнишь, ты хотела люстру? Да, купил. Нет, не привезу. Игорь, ты понимаешь, во сколько нам это обойдется? Ой, да не больше, чем нам обошелся твой купальник. Мой купальник подчеркивает грудь. Ха, как Microsoft Word красным. Как ошибки. Какие еще как ошибки? У меня есть грудь. Ну так-то и море в Юрмале тоже есть. Но ты в него не поныряешь в удовольствие. С чем ты сравниваешь? Я? Да там природа все уже сравняла давным-давно. Я тут при чем? Отдыхали здесь так хорошо, и на тебе. Лена, ну вот если тебе так тут понравилось, чем мы тогда отсюда уезжаем? Это же такой прекрасный воздух с фитонцидами, потому что лес сосновый. А? Тут же люди добродушные, отзывчивые, приятные такие. Ну... Море! Про море тоже что-то можно прикольное придумать. Раймонд Паул в соседнем номере играет. Романтика, Лена, романтика. Давай не будем уезжать отсюда, останемся здесь на всю жизнь жить. Давай. Давай. Я извиняюсь, я у себя в номере ваши паспорта нашел. Фух, слава богу, валим отсюда, пока на нас этот чек не повесили. Через окно. Обожаю. Я с вами.